От вони постійно свої пропагандистські нахили не вщухають у них, застосовують до цього і Скабєєву, Соловйових, Сіманьянш, і Попів, які у них працюють скоріше агентами ФСБ. І от нова теза від такого собі отця Андрія Ткачова. Каже він, що в Україні панує вже навіть не сатанізація, а ідолопоклонницька ідеологема. Ще й слова такі він вивчив. Говорить про якихось кривавих ідолів. Давайте послухаємо. Что в гимне самом заложена неправильная идея, что душу и тело мы положим за нашу свободу. Нельзя душу класть никуда, душу надо спасти. Значит, желающий душу спасти идет за Иисусом Христом, а больше с душой нельзя ничего делать. Ее нельзя там перезаложить или продать кому-то, или занапастить ее. И жертвовать ее никому нельзя, кроме Господа Иисуса Христа. Я слышал это от украинских архиереев, не будем сейчас называть их имена, но это было в церквах, при людях, ну, произнесено. Это до Арестовича, это Арестович там часто это сказал. Но это как бы, значит, цитировать его, себя не уважать, значит, а вот я это еще от украинских архиереев слышал. Это правильная идея. Действительно, нельзя. Это вроде бы слова. Знаете, Гамлет, что ты там читаешь? Там слова, слова, слова. Это не слова. Слова тянут за собой жизнь, на самом деле. Слова – это иголка. Все остальные события жизни – это нитка. И как вы яхту назовете, так она и поплывет. Так что да, заложены были страшно. Вы еще почитайте Тараса Григорьевича Шевченко о том, как у Господа Бога за порогом лежал топор, лежала сокира. И о том, как он, до каких пор он не знает Бога, как он пишет, значит, пока кровь горячая вражеская не потечет в Синее море по Днепру, значит, а до тех пор я Бога не знаю. Значит, еще он там вообще намолол. Боже, що намолов це отець Андрій Ткачов? Він каже, що він щось чув від архієреїв, а ми від нього почули лише ахінею. От таке розганяють таку якусь пропаганду про кривавих ідолів, про те, що ми кладемо якусь душу. Ну, ми можемо покласти тільки ворогів, які приходять на нашу землю, і це буде вельми справедливо, і отримують вони те, на що вони заслужили.